Всем привет! Вы на канале Сиди Перепел. И сейчас мы с вами едем в магазин для животных. Фермерский магазин, где продают корма, поилки, клетки, всевозможные полезные добавочки и все такое, в общем, нужное в хозяйстве. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот магазин. Еду я туда за кормом для перепелов. Буду брать раменский ПК-1П для несушек. Да, это на развес. А, нет, мешка, не 40 килограмм, все на такое. Спасибо. Без оцинковки, правда, она. Чего это обычная такая. А, нет, вот такие вот ячейки. Так, стоит она 1 метр погонный. Вот она, 250 рублей. Это вот такая сетка 12,5 на 2,5. Для как раз для пола, для перепелов она идеальна. Вот такая сетка. Вот такую можно брать для изготовления клеток. А вот такой как раз на корпус очень хорошо, довольно плотная. Вот она 25 на 25 миллиметров, 150 рублей погонный метр. А так в чем разница? Ну то же самое, кстати. А вот еще дешевле даже есть. Они одинаковые цвета. 100 рублей даже. Это вообще, слушай, вообще дешевая сетка. Мы-то брали вообще по другой цене, надо знать где. Купили корм, рыбий жир. Сейчас возвращаемся обратно. И вот именно в таких магазинчиках для сельскохозяйственных животных и птицы у нас и продается в основном все корма. Это кормовые добавки также. Мел, ракушечник, рыбий жир. Вот это все я приобретаю вот в таких специализированных магазинчиках. Меня порадовал очень большой выбор сеток для изготовления клеток. Сетки я вам
примерно показала, какие есть. Показала также сетку основную, которая берется для клеток на пол. Это 12,5 на 25 миллиметров. Такие прямоугольные ячейки. Вот. Цена 150 рублей там была за погонный метр. Но эту сетку, конечно, лучше брать только для перепелов более легких пород, имеется в виду яичных. И если ваша птица имеет вес более тяжелый, именно перепела, то вам необходимо будет брать уже не такую сетку, а сетку с прутком потолще. Лучше всего это 2, либо 3 миллиметра. И она лучше всего, чтобы сетка для пола была горячего цинкования. Если у вас немного перепелок, например, вы держите их в квартире штук 10, максимум 15, то полный мешок корма вам, конечно же, не нужен. Поэтому, наверное, даже удобнее будет за кормом ездить не в такой специализированный магазинчик куда-то в область, а на рынок садовод, где также у нас есть огромный сельскохозяйственный павильон с большим ассортиментом, в котором еще, помимо всего прочего, продаются уже готовые клетки для перепелов. Вот. В этом павильоне кур можно купить на развес, столько килограмм, сколько вам это необходимо. Но он стоит там немножко дороже, чем если покупать корм вот в таких вот дилерских магазинчиках, куда сейчас я ездила. Я еще не езжу на рынок садовод по другой причине, потому что мне туда не совсем удобно добираться. Это большие пробки на МКАДе с моей стороны. Вот. Но как раз у кого нет автотранспорта и кто предпочитает ездить на метро и как раз вот брать корм на развес, то рынок садовод будет очень удобен. Это, конечно, относится только к тем людям, перепеловодам, кто живет в Москве и в ближайшем Подмосковье. На этом у меня все. Кому видео понравилось, ставьте пальчик вверх, нажимайте пальчик вверх под видео. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И до новых встреч!